Какого хрена? Так долго нету летсплеев. Почему нету видео с играми? Где, мать его, Фредди? Нету видео с играми. Подписка. Задолбали твои влоги. Всем привет, ребят! Я вернулся с отдыха, и сегодня у нас снова будет летсплей по первому Фредди. Мы так и не закончили вторую ночь, поэтому сегодня мы будем стараться всеми силами ее пройти. Опять пост нам звонит. Так, давай, пожалуйста. Работаю. Не-не-не. Отвали от меня, пожалуйста. Я все знаю, как нам играть. Надеюсь, я знаю. Поэтому мы сегодня пройдем. Я вот зуб вам даю, что мы сегодня пройдем вторую ночь. Я дальше второй ночи еще не... Я-то куда же? Он уже нормально. В общем, нам нужно следить, чтобы они не добрались до нас. Вот сюда, чтобы они не дошли, вот прям до нашей комнаты. Если мы это все будем смотреть, все будет хорошо. Если мы провтыкаем это все... Все будет плохо. Бля, надо же экономить энергию. Тут экономить энергию, вот это то, что нужно делать в первую очередь. Потому что если она закончится, то сразу это конец. Бля, что они уже вдвоем свалили? Бля, да как же меня это бесит. Где он уже? Бля, уже на кухне кто-то лазит. Кто вообще ушел? Это... Ебан, он шумит. Заяц здесь, это как-то... Это курица. Курица на кухне. Уже час, нормально. 83%, мать же ваша, я же вообще ничего. Не успею, 83%, орете что ли с меня? Где я уже столько энергии провтыкал? 20%. Ёптеть, мать, вообще. Так, курица там. Заяц тут, нормально. Пока курица, я слышу звуки, значит курица на кухне. Все, звуки есть, курица на кухне, нормально. Энергию надо экономить, я не знаю как. Что за херня, что она еще быстрее начала убавляться? Бля, она заткнулась. Она ушла с кухни? Да ёптить, вы что, орёте? Где она? Курица, бля. Заяц нету. Ага, волк. И что ты нахер? Бля, вот он уже стоит, сука. И энергии мало, и за ним следить надо, жопа. Начинается жопа уже с первых часов. Никого нету, господи, как я забыл уже, как играть в нее, стрёмно. Так, этот лох здесь, этот лох здесь. А тот лох где? Тот на месте, нормально. Так, 70%. Мать, 30% уже потратил. 2 часа. Ладно, будем ждать. Где он делся, блядь? Мать твою, где он делся? Сука. Где ты, блядь? Ты где ты в жопу? Ой, боже, сука, мой. В 40 там. Господи, да какого хрена? Вот это экономия энергии. Вот это мне запороло все. Вот нужно следить за ними. Твою мать. Посмотрел на курицу, провтыкал короля и все. И все. Получай. Чуть что. Иди в жопу. Давайте. Я должен это сделать. Я, мать твою, должен пройти. Я... Обязан пройти вторую ночь. Так. Первые полчаса, в общем, мы не открываем ни хрена. Они пока разбегутся, у меня будет время. Первые полчаса игрового времени. Потом нужно следить постоянно, нужно следить где. И если они быстро подбираются, нужно закрывать дверь. Нужно сразу закрывать дверь, пока они не свалят. Когда они сваливают, мы... Открываем двери и дальше следим за ними. По-любому уже свалили. Не свалили, нормально, иначе экономим энергию. Экономим энергию, это наше первое правило нашей игры сегодня. Экономия энергии.
Потому что 95, уже 5% повтыкали. 6. Нельзя так, нельзя так. Нужно, чтобы у нас хотя бы на последний час оставалось процентов 15 хотя бы. На последний час. Они до сих пор на месте. Чё за херня, я думал, они уже отвалили. Сейчас по-любому. Вот сейчас следующий раз открою, уже свалит кто-то. Удивление. Удивительно. Ну давай. Вдвоем! Да иди ты вы в жопу! Нахрен мы вдвоем сразу, блин. Один здесь. Бля, один уже здесь, да ты орешь с меня. Нахрен ты ко мне так близко подобрался. Бля, он уже тупо в одной комнате от меня. Значит, в общем, вдвоем они будут валить. Это курица. Это, блядь, кроль вроде. Закроем дверь, потому что не хочу, чтобы он снова вылетел на меня прям, блядь. Он тут, тут. Нет, давайте откроем, вот, когда он уже оттуда исчезнет, мы закроем. Главное успеть, главное вот это увидеть. Когда он лох уйдет. Или когда камера выключится, или когда он уйдет. Вот тогда главное закрыть вовремя дверь. Да, так. Время от времени посматриваем на этих двух. Этот здесь, тот там. Все нормально. Все нормально. Главное вовремя закрыть дверь. Так, так, так. Тот на месте, этот на месте. Блять, этот на месте и этот на месте. Вот за этим главное следить, чтобы он не свалил никуда. Если он хотя бы в комнату, которая возле нас, нужно сразу закрывать двери. Сразу. Или не успеем уже. Сейчас 2 часа уже должно быть. У нас в прошлом было 70% на 2 часа. Он еще на месте. И этот еще на месте. Все, стоит. Если стоит, значит хорошо. Если не стоит, это плохо. Так. Давайте. Стоит, стоит. Тут не стоит, отлично. Все нормально. А на кухне в прошлый раз лазили. В этот раз пошла, сука, прям ко мне. Стоит. Бля, вырубился. Вот, 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 вот. Все, все, закрываем. Значит, он, сука, подобрался. Прям к нам. Где он, нахуй? Ёптить мать. Вот он, видите, вот он, сука, стоит уже. Это какая-то кроль стоит. А курица нахрен где? А, вот. А, то есть кроль и был. Вот он, сука, стоит. Отвали, просто иди в жопу нахер, кроль. У меня закрыта дверь. Я в безопасности. У меня все хорошо. Все отлично. Могу по рисунке порассматривать. Пока что все нормально. С этой же стороны ко мне никто не идет, блядь. А то я так расслабился нахер. Этот же на месте, этот на месте. Этот, о, ушел. Все, ушел. Вы... Оп, открыли двери. Все. Экономим энергию. Только надо найти, где он сейчас, блядь, делся нахер. Блядство. Че за, сука, звуки? Бля, закрой. Надо его найти сначала. Раз, это тут. А, вот, все, все, он далеко от нас. Все нормально тебе. 55%, 3 часа. Это если нормально, должно нам хватить. Если будем в таком же темпе действовать, то нам должно хватить. Блядь, свалил куда-то. Так, раз, два, раз, вот он, сука, уже тут стоит, уже тут стоит. Как же он так быстро двигается, нахрен? Не успел я картинки порассматривать, он уже, сука, тут. Мразь, давай. Сука, тут уже стоит. В жопу иди. Иди ты в задницу просто. Тут, блядь, никого нету нахрен. Так, вот он ушел, блядь, а куда он нахуй делся? Блядь, где они все? Чё за херня? Где они все делись? Я вообще... Да иди в задницу, сука, стоит, блядь. С этой стороны никто ко мне, блядь, не лезет. Где они нахер все, блядь? Этот стоит на месте. Тот, лох, где этот? Придурок, блядь. Да свали ты отсюда, у меня энергия, блядь, тратится. Блядь, какой же ты мразь. Чё ты стоишь здесь, пялишься на меня?
Отвали от меня просто. Он уже ушел или не ушел? Так, вот он, один. Ну что, свали, пожалуйста. О, ура, спасибо. Сука, 35%. Ох, 35%. Выключись. Бля, как же стрёмно. Давайте, 5 часов уже должно быть. Бля, выключают камеру мне. Да вы охренели? Бля, тут никого нету. Где они, блядь? Раз, этот лох здесь. Кроль, хрена ты от меня хочешь, бля, постоянно. Бля, чуть-чуть осталось. Да отвали! Че ты, блядь, сука, лезешь ко мне? Дебил ты. Мне времени мало, блядь. И энергии нету. Хрена ты тут стоишь. Свали. Дебил, блядь. Вот куда он свалил сейчас? Бля, стрёмно. Бля, 21%. 20, да 5 часов, стучи уже 5 часов. Где этот кроль, бля? Ну, сука, ну если он сейчас меня вылетит, это же будет так обидно. 5 часов. Мать твою. Да не закрывайся ты мне. Как же напряжно, блядь. Вот, а, фух, он уже там, фух, о, как хорошо, я уже думал, что все, сейчас настанет этот момент, и он мне просто в лицо вылетит, давай, где ты, блядь, уже ушел, сука, че ж ты такой быстрый, блядь, блядь, а где он нахер, сука, курица уже здесь, сука, курица, блядь, а где этот кроль? Да иди в жопу, не буду я просто. Я закрою дверь, все, 12% мне должно хватить. 12% мне должно хватить. 11. Бля, да звенит звоночек, пожалуйста, уже. Ну же щемит мне. 9%. Да вы орете с меня, пожалуйста, ну давайте. Ну не подводите меня. Ребята, ну давайте. Мать твою, 8%. 7. Да какого хрена ты так быстро убавляешься? Я же даже камеру не открываю. 6. Да иди в задницу. Блядь, я не успею. Давай, 5%, да вы чё? Чё творите вообще? Да ну давай. Ну извини, пожалуйста, я хочу пройти эту сраную ночь. Господи, да давай. 4%, ну извини, 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 давай, давай, 4%. Ты что, орёшь меня? 6. Жопу вас все. Мы это сделали, мы это сделали. Не сделали, но со второго раза, но мы это сделали. Все, ребят. Фух, аж отлегло. Я обещал, сделал. Все. Все, ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.